Здравствуйте. Можно презервативы? Люрекс подойдет? Да, подойдет. 3 или 12? 12. 1600. А 3 почем? 380. Ёбаный в рот, блин. А поштучно продаете? 150. Да, блядь, 150. А вариант, девушка, половинку, чисто на залупу одену, пополам не делаете? Молодой человек, вы что-то брать будете или нет? Да, конечно, дайте вот эти вот, неваляшка, самые дешевые, которые, сколько стоят? 30. Да, ёб твою, 30. Ёбаный в рот, блядь. А, вот эти пакетики тоненькие у вас есть? Есть. Почем они? Рубль. 9 штук, давай. Тоненькие вот эти, да-да-да-да, не-не. Да, 9 штук. 9 рублей, 9 штук, давай. Спасибо. Давай, садись в машину. В смысле? Опять в машине? Может, мы хоть раз куда-то сходим? Зачем куда-то ходить, если машина есть? Нахуй я ее покупал? Давай, 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 садись. Знаешь, никакого секса без ресторанов. Вот, Дораду на мангале мне купишь, тогда посмотрим. Что? Что? Что за Дорада? Что это такое? Рыба. Так и говори, что это рыба, я же не понимаю. Я же тебе не говорю, садись, блин, в подвеску, в редуктор, нахуй, в жиклёры. Я тебе говорю, садись в машину. И ты мне говоришь, я хочу рыбу, ёб твою мать, эта рыба 2500 стоит. Она должна хотя бы, ну, вот так стоить, блядь, или 2500, вот так, нормально. Максим постоянно сюда Лену водит. Какой конченый этот Макс. Вместо того, чтобы уделить внимание своей любимой девочке, Вася, самому лично для нее пожарить своими руками рыбу, этот долбоеб ее в ресторан водит, чтобы кто-то что-то для нее там сделал, Вася. Эта женщина, прежде всего, это не кусок металла, нужно самому, Вася, внимание уделить, моя золотая. Я для тебя дома в беседке такого жереха пожарю, Вася, ну тебе ноги оторвет. Это тоже рыба, как Дорада, только жерех, но это пиздец, блядь. Отвечаю тебе. Правда? Да, пойдем, моя сладкая, я сам лично, ну для тебя, ну руками, ну нахуй ресторан, ну я его рот ебал, это Дорада, блядь, нахуй она сразу. Это сюда, ага, это сюда, ага, это сюда. Кахо! Смотри, я сам Лего собрал. И чё? Как и чё? Здесь написано, видишь, от 2 лет. Да. А я за 12 часов собрал. А прикинь, какой-то долбоёб от 2 лет собирает. Ебанутый, блядь. Я всегда, братан, знал, что ты одарённый. Да, братан. Аба, одарённому коню, братан, зубы не смотрят. Серго, братан, я хочу тебя обрадовать. Да. Что? Мы сегодня с тобой вдвоём идём на рыбалку. В натуре? Да. Рыбалка? Да. Я всегда мечтал. Да. Блядь, рыбалка же, это же пиздец, какой кайф. Да. Это ты пришел, набухался водки, уснул в собственной блевотне, блядь. Проснулся в своей моче, блядь, домой пришел. Тёщу отпиздил, жену нахуй видел, мой 20 годин. Я, блядь, в доме хозяин. Да тормози, Дуда. Я хозяин в доме. Зачем мебель ломаешь, Дуда? Я рыбак. Да тормози, говорю. Рыбак. Тормози, Дуда. Очнись, тормози, говорю. Я рыбак. Ну не совсем такая рыбалка, бля, как ты говоришь. Ты прям рыбалку, как рыбалку воспринял, братан. А мы просто пойдем рыбу ловить. Просто рыбу ловить на рыбалке? Да. Кохо так же ни один мужик никогда не делал. Мы будем первыми, братан. А, да. Да. Мы станем легендами Ютуба. 100%. Да. Братан, только тебе для этого нужно спиздить лодку. Ну да, у кого есть? У Мамела. А он не мусорнется? Мусорнется, он же мусор. А почему я? Братан, ну ты же тут радуешься рыбалке. Мне оно нахуй не надо, бра. Я хочешь вообще поеду, если не да хочешь нет, лодку нет, пиздить, подожди, я поеду. Да ты хотел здесь раз тоже садишься, да, давай, види. Ты не торопись. А ну, мама, спроси, братан. За что сидишь, спроси, за что сидишь? Давай. За что сидишь? Мусорят лодку спиздил. Нормально звучит? Бомба. Мне нравится. Да. Пойдем? Пойдем. А ты когда-нибудь пиздил лодки? Ха, бля, я лодки пишу только так. Как? Вот так, братан. С
кайфом, братан. Жалко Мафана, нет, сейчас бы музыку с кайфом послушали, бля. Как это нету? А я тебе нахуя? Слушай, включай. Давай. Смотрите, песня о том, как моя папа и мама познакомились. Давай. Да. Слушай, работала на рынке женщина одна. Папа мой приехал за мясом, как всегда. Пальцем все потыкал, яйца почесал. Так узнала мама моего отца. Так узнала мама моего отца. Гаишники, тихо! Гаишники, блядь! Тихо, не... Сейчас. Если что, это не моя лодка. Думаю, не спалят. Останавливайся. Идет сюда, братан. Если что, это не моя лодка, я не воровал. Тихо, это. Ты! По-братски, не что-нибудь есть запрещенное? Никому. Спрячь запрещенное. Ничего нет, у меня запрещенного только ты. Тихо. Так, нормально будешь? Ваши документы. Сейчас. Есть, да? Выйдите из машины. Вам необходимо пройти освидетельствование. А еще, блин, братан, если он узнает, если я сейчас стаканчик пописаю, бля, он в таблице Менделеева 6 новых элементов найдет. Что, Дик? Звони генералу. Как тогда? Да. Это идея, баба. Давай, иди, сейчас. Не бойся, я жду. Ты записывал правильно телефон? Все нормально. Тут вас к телефону. Возьмите. Да. Алло, нах. Ты че, ебаный в рот, блядь? Кто говорит? Говорит, блядь, генерал Гермионов. Ты, сука, пиздодрявая хуядрыщина. Говножопа хуядрынь, блядь. Я тут сижу на озере с тёлками, кайфую. Пацаны мне, блядь, лодку везут, чтоб я жереха поймал с кайфом, блядь. Отпустил их, пока я тебе генеральские яйца, блядь, в рот не напихал. Понятно тебе, нах? Вас понял. Счастливого пути. Всё, да? Я извиняюсь, а тут вас опять генерал к телефону. Я не знаю, что он хочет. Алло. Алло еще раз, блядь. Пацанам, блядь, бензина заправь, блядь. Пока, сука, без работы мне остался, нахуй. Есть. Он 92-й заливает. Иди, иди, скажи, иди. Генерал сказал сотый заправить. Дать ему трубку? Полный бак, говорит. Готово. Генерал никак не угомонится, на, поговори. Говорит генерал Гермионов. Ты женат? Да, женат. Озеро. В
здесь? Да. А? Какое вот место? Ух, бля. Прям место, да? Вот здесь жереха поймаем, братан. Да. Доставай удочки. Сейчас. Тяни, Каха, тяни удочка в дугу, давай. Давай, это поднимай. Тяни, тяни, я леску дёрну. Еще чуть-чуть сюда. Давай, вытаскивай. Да, вытаскивай. Вот. Как давай, радуга. Давай, глуши ее! Вытаскивай, я глуши буду ее! Давай. Поднимай, поднимай! Это, блядь, штаны, что делаешь? Порвешь удочку, это штаны, говорю тебе. Давай, 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 быстрей! Да, отползти. Сейчас сломается. Не сломается, нашли, пойму. О! Ёпта, это рубашка, Каха. Пиздец. Ёбаный в рот. Сейчас я в следующий раз дневник поймаю, братан. Ты к 1 сентября уже готов будешь. Ну, знаешь, что ты в школу пошел, хуй поверят, блядь. Пойду географию сдам, блядь. Ты ее хуй сдашь там, этот, блядь, углы вот эти. Конечно, хуй сдам. Биссектрисы, блядь, это заебывай. Я никогда никто не сдавал, блядь. География — это пиздец, вот эти формулы. Биссектриса меня так заебывала. Биссектриса — это учительница, это, которая заебала, да? Да, по рисованию. Ебать, она заебала, блядь. Я говорю, нарисуй солнце, нарисуй, блядь, дом нарисуй, пахана нарисуй, маму. Пиздец, а где дом, как где пахана, я пахана, где мама? Ей нарисую, он всю жизнь в тюрьме сидел, ебанутый, я его не видел. А блядь. Дом, блядь, видел только дом? Только письма, блядь, от него видел, сигареты, пришли сахар, пришли, блядь. Я так ей нарисовал сахар, сигареты, она говорит, что я говорю, пахан, это все, что я о нем знаю. Это все, что просит, блядь, с дома. Каха, ты точно умеешь этого жереха ловить? 100%, братан, просто прикормку сейчас плотно сделаю, а то ее разматывает, понял, по дороге, бля. Что-то у тебя нихуя не получается, по-моему. Я говорю, сейчас прикормку плотно сделаю, а? И жерех сядет, братан. Рыбой завоняло. Чувствуешь? Да, да. Пиздец, как давай, рыбой воняет. Косяк подошел, братан. Да, да, кидай быстрее. Косяк подошел. О, бля, ебать, как рыбой несет. Сейчас, кидай, он проплывет, быстрее. Да подожди, дай. Давай, забрасывай. Ух, бля! Хороший! Хорош! Хороший! Ебать, как рыба несет! Да! А? Пиздец! Селедкой как будто, да. Братан! Хотя это пресный водоем, селедка откуда здесь? Бля? Не, все закончилось, да? Да. Проплыла, походу. Ты не мог раньше закинуть! Да я что, при чем это косяк, а рыба туда-сюда ходит, братан! Я ни при чем! Надо ловить этот момент, понимаешь? Твою мать! Ай, бля. Целый час рыбу ловим, ни одного жереха. Посмотри, на том берегу рыбаки одного за одним жереха таскают. А ну, пойду спрошу, на что они ловят. Пойдем. Ты зачем за мной идешь? Лодку на воду спусти, блядь. Я? Да, жерех в глубине сидит. С лодки будем его таскать. Сам, что ли? Они, оказывается, на червя ловят. А, понял, понял. Я у них, братан, целую банку взял. А, понял, понял. Давай, поплыли. Ну что, Каха, поплыли в центр озера. Жерих нас ждет, братан. Ага. Вот так, братан. А где моя машина? На мойке. Тут где-то мойка есть? Да, братан, да. Эти мойки так быстро открывают, хрен спалишь, братан. Где тут мойка? На каждом шагу эти мойки. Мойки эти. Ты только кузов отдал мыть? Нет, братан, там комплекс.
там все помоют. И мотор, и внизу, и сверху, и салон, братан, все помоют. И снизу, и мотор помоют? Да, да, это трехфазная мойка. 5D ты таких не мыл никогда. Бля, Серго, ты, конечно, долбоеб редкостный, но иногда, братан, так приятно удивляешь, я того рот ебал. Да. Ты в натуре умеешь дружить, братан. Да, братан. Дай я тебя поцелую, бачик да. сделаю. Давай. Спасибо за мойку, братан. Не за что, братан. Я, конечно, не ожидал, что ты так возьмешь и на мойку загонишь. Да, блядь, я сам не ожидал, если честно, блядь. Очень приятно. Но в жизни иногда такие вещи неожиданные происходят, что охуеешь. Давай, туда, на жереха, давай, туда. Давай, туда. А? Поймал! В натуре! Поймал! Лодку Тяни! Переворачивай! Встань на ту половину! Переворачивай! Тяни. Греби к берегу! Греби к берегу, а то сойдет, блядь! Бля! Быстрее! Бля, тяжело, быстрее! Фрикцион сейчас порвет! Поднимайся! Быстрее! Ебать, что за жерех! Ебать, что за жерех! Иди, держи лодку! Сука! Тяни. Смотри, как гнет! Тяни! Тяни! Тяну! Тяни, братан, тяну! Фрикцион порвет, бля! Боже. Братан! Самое главное, чтоб леска выдержала, блядь! Да, может, пусть лучше порвется? Пусть лучше, наверное. Ах ты, сука, ёбаная! Да подожди! Да нахуй тебе этот жир! Шлёпки слетели, камни острые! Но я всё равно тебя догоню, пидорас! Нет, нахуй, я устал! Гадон, брат, ты, сука, блядь! Блядь! Иди сюда! Ай, блядь! Да что, подожди! Я тебя сейчас убью, блядь! Блядь! Твоя! Твоя! Рот! Ай, блядь! Твоя, рот! Твоя, рот! Ты да, подожди! Сто! Давай! Мы сейчас из-за куска металла драться будем. Самое главное, живой остался. Ах ты! Да, блядь! Конченый! Да хорош! А ну, подожди. Здорово. Генерал сказал, чтобы ты денег нам дал, чтобы мы его женщину в ресторан отвезли. Звонить генералу надо? Не-не, не надо. Зачем человека беспокоить? Ну, давай тогда. Возьми. Ага. Сколько здесь, братан? Все, забирай. Блядь, сука. Блядь. Я поймаю. Не дам тебе. Сколько там? 3, 4, 6. Хороший у него день был, слушай. 5. Дашь мне 50 рублей? Нет. На-ка. На колени встанешь, да? Ну, мне надо этой женщине долг 37 рублей закрыть. Нет, только на колени встанешь, отдам. Ты мою машину разбил. Утопил, блядь. Как она, по-братски? На колени встань. Я тогда 37 рублей за не тебя взял. Только если на колени встанешь. Я пока машина не пройдет, никаких коленей. Ну, давай подождем. Пусть, а вдруг увидят. Давай. Никого нет, становись. Ну, гаишник может увидеть, но братан, он в юрисдикции генерала. Каха, прошу, прощения. Мой великий Каха, прошу. Мой великий Каха, от всего сердца, прошу прощения навсегда, до конца жизни. Дай 37 рублей, мне долг в магазине надо отдать. Смотри. Когда я тебе рогалик кефир покупал 6 лет назад, 37 рублей так и должен. Обхожу магазин уже несколько лет, по 6-7 километров, чтобы она не спалила. Смотри. Дай 37 рублей. Это 100 рублей? Да. Я тебе даю 50 сейчас. А? Если день весь до конца будешь себя хорошо вести, вторую половину получишь. А, давай. Нормально? Да. Но мне уже хватит 50, я 37 должен. Ну все. Что, ты проебался? Да. Ты проебался, братан. Убери. На, что ты, на. Убери. На, еще. Еще сделай. Я тебе голову сломаю. На. Я тебе сейчас... Ебальник. Ну я тебя и так побил, блядь, хули тебе ебальник. О, велик. Велик. Велик, братан. Смотри, дай велик. Дай мне. Велик. Да я поеду первый. Не, назад на. Садись. А это же садись детский. Назад. Давай. Давай, назад садись. Давай. Поехали. Подожди. Подожди, не си. Ну давай. Давай. Ну, бля, прям в жопу залазит. Колесо в штаны съело. Ну, тогда я поехал, сам смотри. Ай, ну, дай мне это. Кто последний, тот пидорас. Не-не-не, игра меняется. Кто первый, тот хуй.
Кто первый, тот хуй. Я придумал правила. Я придумал правила. Что ты сказал? Я сказал. Кто первый, тот кто? Кто последний сказал? Кто первый, тот кто, блядь? А? Ты кого, сука, я сказал... блядь? А ты когда-нибудь пиздил лодки? Ха, бля, я лодки пишу только так. Как? Вот так, братан. Пойдем. Так, Мамвел там живет. Пойдем туда. Там Сусана, там Мамвел. Бля, нахуй они развелись, не могли. Он не знает, бля, вот это начинает. Он тоже, блядь, выебал одну бабу, она на разбивала. Она тоже не могла, бля, просто сказать. Поебал, поебал, а что такого? Это? Я тоже нихуя в этом не вижу, блядь. Ну, пускай кого хочешь живет. Живи, живешь с мужиком, а хлеб домой приносит, мясо дома есть. Видишь, все. Тут стол. Да. Я с дома оттуда с воздушки стреляю в него. Видишь дырки? Да. Это пизды. Гурген едет. Здорово, Гур. Гуго. Гуго вообще пиздец. Он Ниву хорошую взял, посмотри. 161 регион, сам с Астрахани на 161 ездит. Не знаю почему. Не хочет номера менять. Ай, блядь. Это, если что, грецкий орех. Запомни, блядь. Так, мы куда идем? Мы же к Мамвелу шли. На, я это увидел там, бля. Я и должен 37 рублей за... Кому? А это в магазине пойдем долго. Пойдем так 7 километров, а пойдем. Пойдем, бля, ну. Я в магазине взял, бля, там сок один раз. Не отдал деньги? Ну, 6 лет назад было, блядь, не могу. Заебывай до сих пор? Собрать не могу. И как с тобой вот так близко, тесно общаться? Я знаешь, как один раз... Не могу собрать. Ну, долг взял, ну, уже 1040 в магазине она мне дает, я взял. Подходишь, говоришь, можно сок? Она говорит, ты должен. И песок вот так в глаза кидаешь, берешься и съебываешься. Песок, пиздец. Я из-за песка, мам, блядь. Ну, пиздец, всегда дома жрачка есть, блядь. Песок в глаза, продавщица кинул, блядь. А расскажи историю, как вот это ты в магнит один раз пошел в джинсах, деньги забыл. Блядь. Один раз, короче, в магнит пошел, в джинсах деньги забыл. Пиздец. Пиздец, блядь. Ну, понял, коляску, маляску, все, вот это уже продукты положил. А это не рассказывает. А и оплачивает, приходит, да, по-братски. Обламывает. Ну, по-братски. И оплачивает, приходит, ну, уже коляску набрал, картошка, две тележки вас несет. Она говорит с вас, там, ну, там, 1700 рублей. Он так, бля, деньги дома забыл, прикинь, я в охуе, бля. Потом, короче, он домой пошел, взял деньги, оплатил. Это пиздец, что за история.